Ну что, добро пожаловать, девочки. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вы приехали на настоящую турецкую фабрику. Они там по слухам где-то привезли из Китая и сказали, что из Турции. Это настоящая фабрика. Турецкая настоящая фабрика, которая работает 48 лет уже. На одном месте мы, слава богу, здесь работаем. Здесь я тоже 20 лет уже работаю. Здесь многие все наши ребята, которые шьют для нас эти необычные изделия, кто-то 30-40 лет. Это самая старая фабрика по Стамбулу. Здесь у нас депо, это на турецком, если в переводе на русский язык, получается склад. Склад, где находится сырье. Сырье, пожалуйста, Мирина. Мирина мы завозим из Испании. Есть у нас Тоскана. Тоскана тоже из Испании. У нас есть итальянская обработка. И Мирина кожа обрабатывается из Италии. Оттуда мы закупаем с аукциона. Если хотите, даже у нас есть пушнина, Санкт-Петербург пушнина. Мы закупаем на аукционе именно в Питере. Там у нас соболя, норка канадская, есть куница. Даже есть страус, питон, крокодил. Все захотите, ваша душа, что захочет, здесь найдется. Единственный один момент. Каждое сырье имеет свою себестоимость товара, свою выделку. И, конечно, названия каждой шкурки разные, поэтому и цены разные. Некоторые люди приезжают, я хочу куртку за $200. Пожалуйста, и за 200 есть, и за 400 есть, и за 500, и за 1,5, и за 2. Единственное, это все зависит от вашего вкуса. Самая дорогая, это будет эксклюзивно, да? Это крокодил. Настоящий крокодил. Да. Пройдемте сюда. А если индивидуально, то за сколько вы зашьете? Индивидуальный заказ у нас шьется максимум за 3 дня. 2 дня это просто кожаная куртка. Вот это фабрик. Просто. Сколько деталей. Чтобы вы понимали, ты снимаешь, я снимаю, как ты снимаешь, и камерамен снимает, как я снимаю. Hello. How many cameras? Да, какие цвета самые разные, какие хотите, какие. Шубки, мир шуб, выбирайте, что хотите. Видите, один другого перебирают, и другой убирают. Это говорит о том, что одна выделка к другой подходит, а другая не подходит, убирает на кусок. И они по цветам идут? Да, да, по тону, по выделке, по толщине. Это все называется ассортимент. Они нам кажутся одинаковыми. Да, 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 они разные. Свежий, только шитый товар вот сюда вывешиваем. Ребята, здесь ставят акции. У нас здесь подходная система идет. Барфут, это что значит? Уже вся, каждое изделие внесено в нашу систему торговли. Uh-huh. Вот, например, ты это купила, вы имеете право в течение 40 дней поменять размер или поменять на другое изделие. Передумали вы этот цвет, другой цвет хотите. Uh-huh. Вы назад приносите нам, мы смотрим на эту баркодку. Вот она, баркодка. Эта баркодка – это наша гарантия, что вы именно у нас купили. Uh-huh. В течение 40 дней вы имеете право поменять. Обмен Супер. Идет. Вот это Супер. Тоже не забывайте. Даже если просто не понравилось. Да, просто да, что-то да. Ты разочаровалась. Мы женщины же капризненькие. Можем да. сегодня понравиться, а завтра переспать, уже это хочется да. другой цвет. Поэтому приносите назад, мы можем ее поменять на другое изделие. Опять-таки, то, что вам понравится. И мы по системе нашей баркодки видим, 38 размер, продан вчера, в каком-то времени, и за какую цену здесь пишется. И мы опять-таки эту же модель в другом цвете можем вам предложить. Uh-huh. Они разных цветах есть. Смотрите, это изделие. Это Лора Пиано, кашемир. Натуральный кашемир. Здесь вторая линия кашемира идет Лора Пиано. У нас три линии есть Лора Пиано. Поэтому это вторая линия. Здесь идет, здесь микс идет. И кашемир, и шерсть, и шелк здесь перемешаны. Здесь идет у нас куница. Очень оригинальная пальтишка. Но она, конечно, не дешевая. Не дешево в каком плане? Относительно качества кашемира, она очень такая эксклюзивная вещь. Поэтому это тоже на любителя, и здесь цены, конечно. Кстати, я вам одну вещь не забыла. Можно в цене договориться. Торг уместен. Торг уместен. Это мы любим. Да. Вы можете выбрать, а потом уже поторговаться. Так, вот посмотрите, здесь посмотрите. Вот. Здесь огромный склад наших изделий. Вот только вот шили ребята и сюда вывешивают. И каждый баркодом они читают и включают в систему. Вот посмотрите. Вот такая красавица. Видите? Это тоже с куницы, кашемир, Лора Пиано.
девочки, это осмотр идет второго депо. Идемте дальше. Я теперь уже вам производство буду показывать. Идем. Девочки, вот отсюда начинается наше производство. У нас площадь нашей фабрики очень огромна, поэтому я вам показываю только одну часть. Не буду уже дальше вести, имейте в виду это. Отсюда у нас все мастера. Здесь, кстати, я вам одну вещь хочу сказать. Турция, это, как вам сказать, мужчинами славится, да. Мужчины для женщин все делают. Вот эти все красивые изделия для нас мужчины шьют. У нас очень маленькая бригада женщин, работают только ручную работу выполняют. Идемте дальше, я вам покажу. Это тоже итальянская ткань, смотрите, она двухсторонняя. Это мужские рукавички. Берем рубинчики, да. Меняются цвета. У нас почти все уже четвертый год мы двухсторонние шьем. Дальше, смотрите, девочки. Вот наши девочки выполняют свою работу, посмотрите. Здесь они ручную работу выполняют. Проходите. Мэба. Вот такие рукодельницы, трусницы. Мы очень большую партию для Европы шьем для определенных брендов. У нас даже Шанель отшивает. У нас Лора Пиано отшивает свои модели. Только не все отшивают, сразу скажу. Определенные модели у нас отшивают. Есть сама, все подряд у нас отшивают. Она самая большая марка, которая у нас большую партию, это они заказывают. Поэтому я вам советую, всегда, если даже для себя будете покупать, спросите у наших продавцов, я хочу итальянскую коллекцию. Вашу коллекцию не надо, мне надо итальянскую. Мы сразу вам на итальянскую коллекцию переходим, уже тема меняется. Вот это тоже продолжение есть Соломона, видите, они чуть-чуть дошили все. Четвертый год уже, как мы для брендовой компании марка Лукьянова, знаете, мы для них отшиваем такие кашемировые изделия. Этот отдел, экспортный отдел, здесь есть коллекция Лукьяны. Здесь у нас есть эксклюзив. Эксклюзив это что? Это страус. Это оригинал страуса. Оригинал страуса. Это питон. Это оригинал страуса. Это новая технология питона. Она без глянца. Здесь видите, глянц здесь есть. А здесь нет. Это матовая основа. Очень шикарная вещь. Она, кстати, давайте я вот так вытащу. Смотрите. С норочкой. Здесь норочка снимается. Съемная. Это мужская коллекция. Здесь и женский есть. Вот это уже идет страус. Но она здесь идет с мехом. Здесь мех, гибридный зверь сейчас здесь, знаете, называется Рекс. Королевский кролик, ковром сделали гибрид и назвали, видите, она плотный мех. Кролик, там жидкий мех, а здесь плотный, в пользу бобра. Здесь идет страус. Вот, смотрите, очень красивый, эксклюзивный. Это настоящий страус. А теперь давайте вот на это обратим внимание. Здесь мужская. Идет внутри стриженный бобер. Видите, да? Тут бобрик, тут бобер и кролик. Да, а здесь он сам. Но здесь обработка идет очень много, обрабатывали ее до такой степени, что она мягкая стала. Когда вы хотите очень мягкую кожу или мех, чтобы обработана, она должна долго обрабатываться. А если слегка, она очень-очень, она жестковатая будет, уже больше, ближе к оригиналу. Так, это мужская коллекция. Девочки, смотрите, здесь у нас начинается коллекция, вот как я вам объяснила. Здесь и итальянская есть ткань, здесь и турецкая есть, и Лора Пиано есть. Это все зависит от вас, что вы выберете. Здесь и с мехом, и без меха. На правой стороне здесь у нас эксклюзивные шкурки, здесь вот шиншилла натуральная, соболь, куница. Просто это все. Все, конечно же. Девчонки-то просто... У тебя белые очки все. Наслаждение. Просто снежная. Ангелия, дай Марьку покажу. Ой, как красиво. Света, тебе вообще сухо в этом свете. Наверное, у тебя под глазки найти. Смотри, как классно. Все, пошла модель, работает. А теперь ты идешь. Я уже прошла, ну ладно. Аня, тебе тоже белый цвет очень.
А вот я всегда почему-то думала, что белый всем идет. Оказывается, нет, не всем идет. Ну, конечно, девочка вы еще какая тигрица, Просто. Соболя, а она знала. Вот, прикиньте, это идет питон натуральный, микс соболя. Она съемная, можно и короче делать, и удлинять. Очень такая эксклюзивная, шикарная модель. Это оригинал питон, микс соболь. Look at this. А ты куда пошла, девочка, которая знала, что вы умираете? Ну, красотка, цвет. Тебе тоже дорогая женщина. Девочка люкс. Светочка, одень вот эту тоже. Это с ноточкой. Как могли? Боже, 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 роскошь. Заставили. Ну а что ты какая-то? Смотри, вот пикончик там у нас есть. Главное, что кролик с бобром извлечен. Поняли? Поняли? Так, дальше идем. Давайте нам нужны огромные шубы, чтобы мы в очках были, в этих шубах. Это кашмир Мурпяна. Здесь первая, вторая, третья линия есть. Здесь, опять-таки, идут и с мехом, и без меха. Если вы желаете себе без меха, я вам выбираю без меха. Кстати, у нас даже здесь есть отдельно, кроме Мурпяна, наша местная ткань. Но здесь нету кашемира. Здесь идет просто 10% шерсть, остальное идет полимер. Вот смотрите. Я вам просто покажу и одену. Вот, смотрите, какая стильная вещь, очень классная вещь, очень хорошо. Здесь классная посадка. Да. У нас здесь в моделях основное должна посадка хорошая. Если посадка хорошая, любую можно ткань или же из кожи, или же из меха вещи. Вот поверьте. Это более обычная. Да, давай поверим. И она всем по карману. Девочки, я хочу. Это более бюджетная модель. Да, это бюджетная модель. Она всем нравится, она классно сидит. Она как, вот даже взрослая женщина одевает, ей шикарно садится. Посадка здесь крутая посадка. Здесь очень хорошая лекала обработана. И по Парижу пошла сразу. Она есть у нас в разных цветах, даже в зеленом цвете есть. Поэтому имейте в виду, здесь не только Лору Пиано можно найти, и можно. Где модели самые красивые. Кстати, эта модель, знаете, мы с Макс Мара сняли. Опа, с Макс Мара сняли, чтобы вы сняли с Макс Мара. Угу. И наделись. Мне правда очень нравится. Она дешевле, да? Берем? Кашмир. Берем. Она вообще недорогая, и всем она подходит по карману. Если кто-то просто решает познакомиться, обязательно это покупайте. Она есть в черном цвете, есть в бежевом, зеленом. А сколько она стоит? Так, это девочки, а это уже как бы немножечко люкс. Это мы люкс. Ну и мы как бы не пальцем делаем. А здесь какой материал? Это настоящий кашемир, 100%. Здесь очень хороший кромаж кашемира. Здесь Лора Пиано первая линия. Кашемир. 100% кашемир и соболь. Ну, пошла. Васики, кто хочет подарить? Ты мужчина, кто хочет подарить? Да,
мужчин, из тех, кто хотят что-то. В Турции подарить. Найдете вы себе мужчина, которого вам понравится. Ой, иншалла, машалла, просто. Машалла это говорят, когда не сглазишь. А, ну да, да, да. А иншалла. Это машалла тоже. Иншалла, это чтобы мечты сбылись. Это мы знаем уже. Теперь вот это покажи. Да, таким они, девочкам, как нас... Амира, все идет. Все идет. Ну, каждый день под лицо, да. Все к лицу. Да, вообще нет. Просто, да. Не слазь, поэтому мужчины со мной. Я сама не села, я сама. Как держит сердце? А то, что ты такая сохранилась. Все возможно, но только для людей, конечно, так смотрим. Значит, да, смотрим. Как она меня? Работаем на ней. Застегнули. Но лучше расстегнули. Но лучше все-таки застегнули. Ну, значит, есть еще и... Лучше все-таки купили. Я рано вожу этот пальто. Ну, что это там? Кашемир, не кашемир? Это кашемир Лора Пиана с норочкой. Так, это что? Тоже Лора Пиана. Это самая распространенная модель. Они очень хорошо продают эти модели. Это... Они каждый год у нас отшивают. Очень хорошая вещь. Капюшон на тебе. Luxury life. Luxury life. Камера снимает.